Готовим испанский чизкейк. Берем творожный сыр. Добавляем сахар. Взбиваем миксером на минимальной скорости. Дальше добавляем 4 яйца по одному. Каждый раз взбиваем миксером. Тоже на минимальной скорости. Добавляем щепотку соли, цедру лимона по желанию. Перемешиваем. Вливаем жирные сливки. Еще раз взбиваем. И в самом конце кладем муку, еще раз перемешивая. Дальше вливаем готовую массу в форму, у меня 22 сантиметра. Накройте ее хорошо пергаментной бумагой. Утрамбовываем и выпекаем 45-50 минут. Испанский чизкейк готов. Полностью его остудите. Всем приятного аппетита! С вами была Дания.